Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Русские горки». Приятного просмотра. Сюжет. Лето 1945 года. Война позади. Два друга-фронтовика Марк Шварц и Петр Иконников, прогуливаясь по набережной в Хосте, знакомятся с прекрасной девушкой Таней, опекающей двух девочек-англичанок, Сару и Лизу. Приятели даже не могут предположить, насколько эта мимолетная встреча определит и перевернет их дальнейшие судьбы. 12 серия. Сара в больнице хочет прервать беременность, но Лиза уговаривает ее рожать. Татьяне удается побороть наркозависимость. Вместе с упырихой она готовится к суду по восстановлению в родительских правах. Во время речи Татьяны в зале суда появляется Джон. Харпер вызывает Татьяну на разговор и уговаривает, ради счастья Ниццы, отказаться от девочки. На обратном пути Татьяна находит в поезде брошенного младенца и забирает его к себе. 1964 год. Ницца поступает на журфак университета. Татьяна работает в Москве вожатой трамвая и воспитывает найденыша, Матвея. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.